Понеділок, 10 травня. Перший міський продовжує працювати для вас. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні зі мною у студії зоозахисниця Вікторія Козаченко. Я вітаю вас. Добрий. Скажіть мені, будь ласка, є така програма, і ми вже декілька разів, де дуже багато говорили про цю програму, і навіть бачили наслідки цієї програми. Програма стерилізації, міська програма стерилізації котів та собак, які і безхатченки, які і в домашніх умовах живуть, але все ж таки потребують от такої медичної допомоги. І ця програма ніби вже існує, але, наскільки я розумію, вона... нібито існує. Є якісь проблеми з цією програмою, і всі скаржаться, місто щось робить, щось не робить, ну таке. Ви це знаєте найкраще. Скажіть, будь ласка, що це взагалі-то за програма, як вона повинна була працювати? Ну, во-первых, есть две программы. Uh-huh. То есть то, что касается бездомных собак, их стерилизует немецкий приют. Uh-huh. То есть по программе уже очень много лет, и действительно результаты в этом вопросе как бы позитивные есть. Не все идеально, но тем не менее, uh-huh. количество бездомных собак в городе, реально мы их видим сами, что их гораздо меньше. Либо, если мы видим собачку с клипсочкой, то есть, uh-huh. соответственно, она стерилизована и привита от бешенства. То, что касается стерилизации, городской программы стерилизации бездомных котов, эта программа работает с 2018 года. Uh-huh. То есть 2018 года горсовет выделяет необходимую сумму, ну, на их взгляд, скажем так, необходимую сумму денег, uh-huh. вот, на стерилизацию котов. С этим вопросом немножко сложнее, то есть мы сталкиваемся с определенными сложностями, и в этом году, вот как бы, наверное, почему, опять же, что является информационным поводом, это то, что только одна клиника на весь город будет стерилизовать, пока что одна, угу. стерилизовать котов по этой программе. Угу. Тобто ця клініка, вона не бере гроші з людини, яка приносить котика, вона бере гроші, отримує їх від муниципальності. Совершенно верно. Действительно, то есть можно позвонить в эту клинику, записаться, сделать фотографию кота в или кошки в естественной среде обитания, mm-hmm. скажем так, на улице, вот, привезти животное, его простерилизуют, привьют от бешенства, сутки передержат бесплатно и потом забрать, выпустить обратно. Якщо є потреба, то можно залишити на більше, ніж сутки? Уже да, можно, но уже, естественно, это уже будет на коммерческой основе. Mm-hmm. Да, потому что как бы в рамках программы прописаны, там, прописаны пеленки, питание и сутки передержки, угу. послеоперационная угу. обработка шва и отпуск в среду. Поэтому, если вы хотите двое, трое, пятеро суток, это вы уже как бы сами там урегулируете этот вопрос. Угу. Проблема в этом году стала какая? Если первых два года стерилизовали в трех клиниках, то в этом году стерилизуют только в одной. Конечно, для огромного города это просто катастрофически угу. мало. Хотя девочки-волонтеры, опекуны, кто этим занимаются, они сказали, ну окей, будем возить, что делать? У нас нет другого выхода, потому что простерилизовать за свой счет на коммерческих условиях в любой ветеринарной клинике, которая тебе удобна, ну, люди просто физически не могут. То есть, как правило, это люди, которые кормят, опекают этих котов, лечат по необходимости. И уже на стерилизацию изыскиваются средства, но в основном они изыскиваются благодаря неравнодушным людям, которые сбрасываются, которые там вот собирается какая-то сумма денег, на эту сумму стерилизуются животные. А чему клиники отказываются это делать? Они же отримують гроші все одно. Чи вони отримують ці гроші від вас? Чи вони отримують ці гроші від міста? Здесь какая сложность? Практически все клиники в городе у нас на второй форме налогообложения. Mm-hmm. А по нашим законам работать с городским бюджетом могут только те клиники, которые работают на третьей форме налогообложения. То есть отсюда вот, если бы это было не так, то тогда, конечно, можно было бы распределить и найти там и 5, и 10. Я думаю, что очень большое количество клиник с удовольствием mm-hmm. бы работали по этой программе. Но вот как бы, а менять, вы же понимаете, никто, если клиника так работает, ну, под программу она, наверное, не знает. Ну, тобто, отримати гроші з кишені, ось вони, ці гроші, конечно, я їх бачу, це найкраще, ніж чекати, коли там щось прийде, а може і не прийде зовсім. Ні, ну, я не думаю, що прийде. Ну, якщо ви не так написали свої документи, якщо ви не так все зробили. Ні, там все, да. там все очень серйозно, угу. там тендер, там Прозор, через Прозора тендер, тобто, хто виграв, хто не виграв, ну, от, тим не менее, как бы... А де ця клініка одна? Вона знаходиться на Вілі
773, по-моему, /1. Да. Вот. Ну, с одной стороны, жителям Таирова это очень удобно. И, в принципе, во дворах там в том районе очень много бездомных котов. Угу. И я думаю, что местные волонтеры как раз очень рады тому, что эта клиника находится в их районе. Но понятно, что для жителей центра города, для жителей поселка Котовского тем более. То есть это фантастика, да. Это недостигаемо. Угу. Поэтому я все-таки надеюсь, что как объяснили мне в департаменте экологии, что будет проводиться повторный тендер, и вроде как, может быть, какие-то еще клиники будут задействованы в этой программе. Ну, якщо не змінити оці правила про другий чи там про третій, як ви сказали, да, регістрацію, то мені здається, нічого не зміниться. Ну, навіщо тоді клініки працювати з містом, якщо у них нема змоги провести все це через бухгалтерію? Но это все понятно, поэтому, в общем-то, как бы мы планируем общаться с руководством департамента экологии, mm-hmm. может быть, все-таки мы найдем. Плюс есть еще, допустим, городское коммунальное предприятие МЦЭП. То есть mm-hmm. у них тоже есть определенная база, на базе которой можно стерилизовать бездомных котов. И я вот надеюсь, что вот сейчас вот закончатся уже праздничные дни, вот, будет эта встреча, я очень надеюсь, что как бы я в ней поучаствую, mm-hmm. и я рассчитываю то, что на следующий хотя бы год будут внесены в программу изменения для того, чтобы, потому что коммунальное предприятие МЦЭП, оно находится на Атамана Головатого, в принципе, это уже гораздо ближе к жителям поселка mm-hmm. Котовского, ближе к центру города, и хотя бы вот там будет еще одна база, то есть на которой можно будет стерилизовать бездомных котов. А с 2018 року скільки, чи є якась статистика, скільки котів пройшло цю процедуру? Так, по количеству не могу сказать, но могу сказать только одно, что выделялось где-то, по-моему, первый год они разбили на две части, было, по-моему, по 500 тысяч, 500 и 400 тысяч, угу. То есть где-то до 1 000 000 гривен выделяется на стерилизацию бездомных котов в городе. Угу. Хотя, конечно, этого катастрофически мало. Угу. Вот, потому что в 2017 году еще была программа, которую организовывал немецкий приют. Они, по-моему, потратили порядка 3 000 000 гривен. И стерилизация была в очень большом количестве клиник в городе. Угу. Вот, ну вот в 2017 году это была последняя такая программа. А чи взагалі у нас там регулярна перепись населення є? Чи от підраховують, скільки живе в нас безхатченків, собак чи кошек на вулицях міста? Чи є якісь хоча б там цифри? Единственный город, в котором посчитали количество бездомных котов на территории Украины, это Львов. Угу. Вот. Есть определенная методика, когда-то лет, по-моему, 6 назад ее пытались применить в Одессе по отношению к бездомным собакам, но как бы городские, так как это делалось на таких волонтерских началах, город эту цифру не принял, ну и, в принципе, честно говоря, несмотря на то, что я участвовала в этом подсчете, я понимаю, что она не очень была бы достоверна, потому что не хватало, во-первых, возможности волонтеров, потому что это нужно было закачать приложение, идти по там, определенному квадрату, фотографировать бездомных собак, сбрасывать это все на обработку. Мы не охватывали так называемые промзоны. Uh-huh. А в нашем городе я могу сказать только одно, что основная сейчас проблема бездомных собак – это именно бывшие заводы, фабрики, заброшенные территории. То есть те территории, на которых стерилизуются собаки только в основном благодаря волонтерам. Uh-huh. Опять же, это коллизия нашей городской программы, что если это частная территория, то, как правило, эти все территории уже давным-давно выкуплены, но заброшены. Uh-huh. То есть стерилизовать там нужно только не за бюджетные средства, а за... Не за волонтерские, то есть коммерческие. Угу. Вот. Хозяева, либо люди, которые там сдают в аренду эти территории, им это неинтересно. Угу. Вот. Если как бы попадают волонтеры, они как-то пытаются решить этот вопрос. А получается, что вот город простерилизовал на улице собаку, рядом промзона. Собака родила щенков, вывела их на улицу. То есть пока они находятся на территории там, той же военной части, это проблема военной части. Как только собаки оказываются на улице, это уже проблема города. И вот опять же, очень много лет я об этом спорю. Мне кажется, что проще один раз, вот если экономически mm-hmm. подойти к этому вопросу, проще один раз простерилизовать вот на этих промзонах основную массу собак. Вот, и тогда не будет такого mm-hmm. вброса.
Ви знаєте, ну якщо порівнювати Одесу зі Львовом, то там можна побачити, що у центрі міста ну нема такого скупчення котів. У кожному дворі у нас в Одесі десяток котів живе, двадцяток, тридцяток і так далі. Вони змінюються і так далі. Чому саме Одеса так приваблює тварин? Ну, приваблює у такому сенсі. Ви знаєте, хочеться посміхатися, але ж ну, це проблема. Їх дуже багато у нас у центрі. Їх дуже багато у спальних районах. Чому в інших містах такого нема? Чому саме в Одесі? Ну, мені сложно сказать, почему это так в Одессе. Ну, допустим, в центре города очень многие жители вот старых дворов, даже если, допустим, ты приезжаешь туда отлавливать, стерилизовать котов, они просто только обязательно верните, потому что старый фонд коммуникации крысы. В спальных районах, ну, наверное, да, это где-то менталитет наших людей. Пусть лучше вот она здесь родит этих котят, но я ее не простерилизую. Вот иногда действительно, вот мы живем в 21 веке, вроде как бы у нас у всех есть достаточно Google вот, для того, чтобы прочитать. Вот, людей иногда вот, операция стерилизации для кошки ставит в тупик. Угу. Ну как это? Я лишу ее радости материнства. Я всегда говорю, послушайте, а чего вы лишаете ее, когда ее котята умирают под машинами, когда ее котята рождаются больными, когда их загрызают собаки? Ну а что есть, то есть зимку, холодно. Да. Даже вот те люди, у которых как бы, ну, есть такое понятие, когда кошка не только живет в квартире, ну, допустим, ты ее выпускаешь погулять. Угу. И это не стерилизованная кошка, которая потом где-то там рожает этих котят, или этих котят выбрасывают в те же альфаторы, в мусорки, выносят просто, подбрасывают под ветеринарные клиники, под зоомагазины, в парки. Ну, в общем, перечислять можно до бесконечности. Это, наверное, все-таки менталитет. Ну, наверное, неосознанность наших людей. То есть вот кошечка должна стать мамой. А зачем кастрировать кота? У него же не будет котят. Угу. Ну, прекрасно, но зато котята будут у соседской кошечки, которая точно так же гуляет на улице. И кто-то, допустим, подходит к этому с точки зрения экономической. А у меня нет, допустим, возможности там, потратить 800 гривен на стерилизацию своей кошки. То есть, ну, очень много вот, моментов. Ну, опять же, не говоря уже, что люди более старого поколения, они вообще этого не понимают. Вот у меня, я живу на Черемушках, у меня в соседнем дворе просто доходило до конфликта. Я говорю, давайте я простерилизую кошку. Нет, каждый год, когда рождались котята, они начинали болеть, звонили мне, говорили, Вика, забери. Я говорю, я не могу. Я говорю, я только пристроила предыдущих. Вот, поэтому здесь, конечно, да, надо работать непосредственно именно с людьми. Вот, и все-таки, наверное, льготно предоставлять возможность вот, в программе Черноморска, у них есть прописано, это льготная форма для стерилизации для малообеспеченных людей. Вот, возможно, может быть, кто-то этим и воспользовался. Таким образом тоже уменьшили то есть, количество бездомных котов. Ну а взагалі-то, це ж не єдина проблема зараз у місті з стерилізацією. Які проблеми зараз у зоозахисників і, у першу чергу, у тваринок, які живуть безпритульно? Ну, какие проблемы у зоозащитников? Наверное, это вот огромное количество животных, которые каждый раз сваливаются. И, скажем так, недостаточная коммуникация с городскими властями. Угу. Потому что, вот опять же, возвращаясь к вопросу по стерилизации, в этом году очень поздно заработала эта программа. Она вот заработала буквально перед Пасхой. Кошки уже успели родить. Погулять уже, да. Поэтому не только погулять, но уже и родить. Поэтому, естественно, все волонтеры сейчас загружены количеством котят, которых нужно как-то пристроить, а перед этим, как правило, еще и вылечить. Потому что зачастую это какие-то хронические проблемы, которые надо лечить. То, что касается собак, ну, наверное, это опять же, вот я натолкнулась в одной соцсети, вот в эти выходные дни вопрос, собака укусила там человека или ребенка, я уже не помню, как связаться со службой отлова? Служба отлова праздничные дни не работает. Да, существует понятие у них там диспетчера, который принимает звонки, но выезжают они в крайнем случае, это очень-очень в экстренных, не дай бог, случаях, там, если с подозрением на бешенство или что-то. Опять же, потому что нет нормальной коммуникации вот между тем, что служба, которая отвечает за это, значит, она должна в каком-то там дежурном режиме работать 24/7. Потому что очень часто возникают ситуации, они возникают поздно вечером, ночью, рано утром, выходной в праздничный день, и ты просто не знаешь, как решить.
Проблема, человек нашел там раненое животное, сбитое животное. Да, немецкий приют у нас не работает в праздничные дни, он не работает в воскресенье, он не работает ночью. Значит, люди начинают звонить волонтерам, вот я тут нашел вот сбитого кота. Ветклиники даже не все працюют вот, ночью. Да. Дело в том, что ветклиники – это частные клиники, которые оказывают услуги за деньги. Угу. И не каждый человек, к сожалению, готов взять на себя как бы такой объем трат. Вот, начинаются звонки волонтерам, а вот я здесь нашел, а сделайте что-нибудь. Волонтер начинает, в свою очередь, объяснять, что у него нет тоже возможности профинансировать всех животных, которых бы хотелось спасти и вылечить. Отсюда человек, который позвонил, он говорит, ну я же позвонил, я же вам, как говорится, просигнализировал. Вот. Но он не понимает, что волонтер такой же живой человек, у него есть семья, работа, там дети, и он не может сорваться и оторвать от своей семьи какие-то там суммы денег для того, чтобы... То есть вот эти вот все моменты, они, конечно, очень усложняют жизнь. Ну, оскільки ви спілкуєтесь з міською владою, вони що? Ну, для них це питання тварин, які живуть на вулицях, не головне питання? Чи взагалі це для всіх українців це не головне питання? Економіка, здоров'я, все що завгодно, но тільки не тварини. Ой, сложний вопрос. У нас законів нема. В нас вони є, але ж як вони виконуються? У нас нема підтримки цих тварин. Вона є, але як воно виконується? Знаєте, якщо смотреть, как бы вот на протяжении моей деятельности там 5-6 лет, все-таки есть тенденция к улучшению ситуации. Если смотреть то, что мы видим сейчас, конечно, все очень печально. И опять же, действительно, начинать нужно с того, что у нас в стране нет закона. Угу. То есть все проблемы, связанные с бездомными животными, я бы поделила на три огромные группы. Первое – это законы, это то, что касается полностью всей страны. Второе – это регион, то есть это Одесская область, в которой вообще отсутствует программа по регулированию численности бездомных животных. Mm-hmm. Сейчас вот точечно там некоторые там районы пытаются, вот сейчас вот ОТГ пытаются как-то этот вопрос решать. Кто как? Mm-hmm. Вот. То есть единой программы нет, финансирования нет, нет, как говорится, каких-то органов, которые будут хотя бы прописывать какие-то рекомендации для территориальных громад. Ну, чтобы заниматься, да. Хотя бы написать. И третье, да. И третье – это проблемы в городе, которые, в принципе, ну вот как говорят волонтеры в других городах Украины, говорят, у вас в Одессе еще все не очень печально, вы еще вот там молодцы, вы там стараетесь, вы там как-то что-то... Вот. Ну, поэтому мы стараемся, вот, мы стараемся донести. Вот. И самое главное, мы надеемся то, что городские власти нас услышат. А чи люди, пересічні громадяни, чують вас, чи допомагають, особливо зараз, коли от епідемія, мені казали, що дуже багато тварин з'явилися на вулицях, саме у часів епідемії, бо людей не вистачає грошей на себе. И они выкидают тваринок на улицу. Вы знаете, с одной стороны, когда вот только началась год назад пандемия, действительно были достаточно много случаев, как-то очень резко, когда животных начали выбрасывать. Сейчас оно все как-то более или менее стабилизировалось и пришло в какой-то баланс. Да, людям стало тяжелее, но... Тем не менее, я не слышала еще вот ни одного вот такого случая, чтобы человек выбросил кошку или собаку, потому что вот он у него там... То есть он будет стараться, он будет тянуть, он будет обращаться за помощью. Иногда бывают ситуации, когда люди обращаются за помощью для своего животного. Ну вот так произошло, вот заболела моя собака, заболела моя кошка. Я не могу сейчас там найти там порядка, там, допустим, нескольких десятков тысяч гривен на ее лечение. Он начинает просить помощи. И есть люди, которые откликаются. То есть нельзя говорить, что вот потому что у нас эпидемия, стало все так печально и плохо. Нет. Людей хороших, как было, мало того, очень многие люди стараются помогать. Даже вот просто элементарно информационно. Ну, взагалі-то, уявити собі Одесу, в якій нема у дворах котів. Ви можете собі уявити таке місто, величезне місто, на мільйон людей, в якому б не було котів? Чи не було б собак? Мені здається, там ти приїжджаєш у Європу, велике місто Рим, багато котів. Приїжджаєш і ще якесь там місто, багато котів, собаки є.
Я не хочу представлять Одессу без кошек и собак. Я хочу представлять Одессу, это когда в каждом дворе, в микрорайоне, там есть нормальные цивилизованные домики для бездомных животных. Угу. Условия для того, чтобы их кормить. Эти животные здоровы, эти животные стерилизованы. То есть, если взять это под контроль, не надо представлять. Это печальная ситуация. Если давайте представим, сегодня без кошек и собак, завтра... Голубів нема. Да, завтра нет голубей, да, да, и все. Да. И это и что, да. Ну, совершенно верно. Угу. Я все ж таки сподіваюся, що ми колись побачимо котів, які задоволені лежать, і не тому, що сонечко і вони поїли, а тому, що все нормально, і за ними всі доглядають, не тільки бабусі, а й всі ми, бо ми інколи забуваємо про те, що їм потрібна наша допомога, і ми можемо це зробити. Ну і від міста теж намагаємося чекати на те, що всі програми будуть працювати, і вам буде легше, і їм буде легше, ну і всім нам буде краще. Я вам дякую за час, за те, що ви робите, і за те, що знайшли час на нас, і за спілкування. Ну і нагадаю, що зоозахисниця Вікторія Козаченко була сьогодні з нами. Ми бажаємо вам гарного і теплого вечора, і до наступної зустрічі на Першому міському.